have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами продолжаем наше путешествие по подземельям деспота. Я тут заметил кое-какие вещи, то есть, ну, их трудно было не заметить, но я как-то умудрился. Тут у нас на заднем плане на телевизорах есть всякие, ну, типа, ачивки, которые мы можем получить, наверное. Переработать 50 человек в еду. Я вот эту, кстати, возможность полностью упустил. Мне как-то было жалко, что ли, это делать. Надо будет попробовать. Тут у нас получили 50 случайных мутаций, окей, тут нажми замену 200 раз, посмотрим вообще как это будет работать. Есть хард мод, по виде финального босса можно будет поиграть на харде, и изички мы с вами уже открыли, но мы на нем не пойдем, мы пойдем на обычном. Обычный это у нас с кэшбэком на смерть, то есть 50% шанса получить обратно предмет с погибшего человека. Неплохая вещь. Я потихонечку за все это время забыл, насколько деспотизм хардкорная игра, и прошлые две серии мне это показали. Поехали по классике пока что. Надо посмотреть, что это такое. Так, расстановка, блин, я забыл про расстановку. У меня тут... Мечник, лучник, ну и простой чебурек. Ладно, файт. Блин, мне простого чебурека уложили. 19 монет. Что я могу на 19 монетки? Я могу на... О, я могу стрелка купить, кстати, с пищалью. Это у меня будет еще один стрелок. Мне бы... Ладно, я возьму еще одного мечника. Еще одного чувака в ближний бой. Посмотрим, сколько у тебя жизни осталось. Этот скоро сдохнет. Но мне, значит, нужен еще один. А, я в ноль скупился, да? И ты у нас тогда идешь сюда, а ты идешь сюда. Вот так вот сделаем. Внизу еда, пойдемте. Fight. Вот, тут неплохо прям справились. А, еду... Я покупаю... А, я могу тут еще потом взять. Так, там босс, тут... Я бы сходил сюда, на самом деле. Тут что-то большое будет, ну поехали. Это который телепортируется? Да. Тварь взял мне, убил мечника. Хорошо. Неприкасаемость. Ловкачи замедляют скорость атаки нападающего противника на 30. Ловкачи это у нас... блин. Это у нас стрелок. Аура атаки 1. Арбалет. Мечники. Стрелки. Да, ловкачи у меня пока что нет. Но я это заберу. Потому что ловкачи у меня еще появятся. Мне еда позволяет, я думаю, я вот это куплю и еще схожу в нижний уровень. Мне потом будет стоить обойти это немножечко, но мне нужны еще люди. Хорошо, 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 хорошо. Медик, обязательно просто. Так, ты идешь сюда. Ты кто? Пофиг, я это уже купил. Ладно, я хотел просто посмотреть, что это, но я купил себе копье. Ну, потом я доберу себе человека к этому копью. Хорошо, пойдем на босса. Да, давай. Блин, он тут этот поджигатель 3000. Давай, лечи! Блин, он мне медика жжет вообще-то. Медик сейчас... Да, медик сейчас накроет. Ну хорошо, мне по крайней мере вернули аптечку за него.
А прикиньте, я босса не могу не убить сейчас. Ёлки. А, не, нормально. Но у меня осталось два стрелка. А, отвратительно. Так, ладно, тут я могу немножко скупиться. Это невероятно, это невозможно, это возмутительно. Серый гусь схватил у человека 10 жетонов и стремительно убегает. Нет времени пытаться понять, что он здесь делает. Нужно решать, что будем делать мы, серый гусь. Ну вы поняли, да? Мир никогда не был опцией. Так, хорошо. Выстрелив гуся из дальнобойного, что есть у человека, попытаться поймать гуся, причинив минимум вред. Давайте меню... Я уже... Блин, а я не помню, что там лучше было сделать-то. Давайте минимум вреда, потому что если мы сожжем гуся, мы сожжем наши жетоны, по-моему. Гусь отпустил жетоны, но Вера оказалась зверски покусана и истекает кровью в мучениях. Человеки задушили птицу и разделали. Тут вам не игрушки, тут гусь. Это 30 килограммов мяса, а не смешная птичка. Так. Черт, не арбалетчика убили. Гусь, тварь! Так, раз, два, три. Ты у меня будешь санитаром, ты у меня будешь щитовиком. Блин, мне арбалетчик убили, еще и арбалет забрали. Ну, ну это же скотство. Так. Мантию тьмы тебе. Копейщика сюда. Щитовика сюда. Отвратительно мало людей у нас, просто ужасно мало людей. Мне кажется, эта каточка скоро накроется медным тазом, но пока что идем. Мы тут сейчас еще людей потеряем. Еду. Еду надо купить. Вот эту за 9 жетонов. Там, по-моему, соотношение хорошее идет именно как раз... Ладно, пойдем вниз, посмотрим. С едой у нас пока что проблем нету. У нас проблемы с людьми. Блин! Щитовика завалили. О! Маска духов? И ловкач нужен, и маска духов нужна. Давай возьмем ловкача. Мне не хватает денег. Замена. Не хочу. Пойдемте в апгрейд. Вот так кружок сейчас накинем. Блин, ну это вообще неудачно получается в этот раз. Ну не то, что неудачно, я понимаю, что я туплю, но... Видите, этого без оружия его вообще просто моментально убивают. Так, что мы можем? Утяжеленный кубик. Вероятность срабатывания всех способных человека повышена в та-та-та-та-та. Хорошо, мультикаст. 70% применяет активную способность без кулдауна и траты маны. Это круто. Умники получают способность оглушать противника на 1.5 секунды раз в 3 секунды за 40... Давайте вот это, наверное. Черт, ну пойдем дальше, что ли. Два юнита будет. Нормально. Хорошо. Что я могу взять? Ну хорошо, давайте... Я даже не знаю, щитовика возьму, потому что у меня просто танковать скоро некому будет. Медик, это, конечно, все хорошо, но... А черт с ним, давай все сюда. Еще два мага себе притащу. 9 жетонов стоять. Пойдемте вниз, сходим за едой. Четыре человека. Вот, я же говорю, мне скоро танковать будет неким, потому что мне вот просто взяли мечника, грохнули. Это я заберу.
Ладно, еды вроде пока что хватает. Я хочу пойти набрать себе еще людей. Для этого придется потратить еды. Я хочу сходить в эту комнату. Еду, если что, на обратном пути еще докупим. Танков не осталось вообще. Так, ладно. Я возьму чебурека себе на копейщика. На, держи. Получается... Пардонте. Получается, копейщика вернулся я просто за две денежки. Метателя прецеля я возьму. Потому что это метатель прецеля, идите нафиг. Они очень хороши. Так, давай я тебе вот здесь поставлю. Хорошо. Все, валим. У нас осталось 6 деньги. Я пойду куплю еду и пойду на босса. Не знаю, сколько это хорошая идея. Но по идее этого босса я еще должен вытянуть. Хотя пока что наши шансы выглядят довольно средненькими. У меня танков нету. Ой, блин. Они еще так не выпадают практически. Что тут по боссу? Но он не людей убивает, он медика убил. Да, я с ним справился, но это все как-то... Мне, по крайней мере, пару вещей вернули. Пойдемте. Может быть, ну, мы такие просто на грани. Все это время просто на грани. Мракус, стоять. Ответь на один вопрос, прежде чем спуститься дальше. Сколько машин вы видите на этих изображениях? Я не вижу изображений. Покажите, пожалуйста. Ладно. Риш, что за раз тест? Я не могу выделить цельных изображений машин в этом квадрате, разделенных на 9 других. А, это типа тест на робота, что ли? Так, в каждом изображении что за наркомания? Просто читаю тексты в окошке и выбираю. Я выберу вот это. Из темноты навстречу человека вышло трое, их лица выглядели преисполненными мудростью. Ну или туповато блаженством. Это смотря как посмотреть. Братья-андроиды, нас осталось так мало. Давайте вместе двигаться по этим лабиринтам. Вроде не андроиды, хотя, если честно, я не знаю, как это проверить. Да, идем вместе. К вам присоединяется трое. Скорее, они выжили из ума, чем действительно являются андроидами. Но любой сойдет в роли пушечного мяса. Согласен, абсолютнейше просто. Так, получается, один с пистолетом и двое просто. На, ты будешь у нас медиком, ты у нас будешь танком. Мне нужны новые танки. Блин, я бы еще и нового медика взял, но ладно. Так, на тебе кидатель прецелей. Ты вернешься. Так. Еще два танка возьму себе, потому что... Ну, иначе мы тут все загнемся к черту. Хорошо. Я не могу метателя взять, жаль, я бы хотел. Ну, поехали дальше. Наверх еда, там мутация. Наверное, сейчас... Вот это они, кстати, мощные ребята. А, тут тоже можно поднабрать. Что я хочу? У меня уже два пистолетчика есть. Второй... А второй мне... Такого же... Погоди. Ты у нас кто? А, у меня есть два метателя, да? Мне нужно три с предметами разного типа. То есть еще один мяч мне ничего не даст, по сути. Хорошо. И ты у нас будешь еще одним мечником. Блин, мне бы еще одного медика на самом деле. Было бы прям хорошо. Кстати, давайте чекнем, что у нас по именам. А то мы не... Таня 2Б. Ну, 2Б вы понимаете откуда, да? Настя Тарт. Конор. Пикинер. Таня Пулеметчик. Мракус Хедшот. Это из Мракуса, который... Угу. Валера. Пришел твой час, Валера. Настя Бэнкси. Ну-ну. Тёма Глаз. Почему Глаз? Потому что прецелем всегда в глаз. Пойдем за еды, наверное, потом за мутацией. Блин, за мутацией, наверное, сначала надо было сходить. Ладно, файт.
Ну, по крайней мере, никого не потеряли. Возьмем вот это. Вот это и вот это. Черт, ладно, поехали. А, это тупиковая комната. А, это комната с телепортом. На чувака с тележкой мне хватит? Одного танка завалили, это не очень хорошо. Так. А как там телепорт? Я забыл, как телепортироваться. Но, по-моему, у меня не было другой комнаты с телепортом, так что ладно, поехали. Да, возможно, проблема в этом. Так, там еда, там босс. Я сначала за едой схожу. Давайте не убивайте меня только никого, пожалуйста. Хорошо, мутация. Лечение на расстоянии. Медики лечат союзников дистанционно. Вот это мне нужно, хотя у меня только один медик. Метатели при получении урона телепортируются прочь, оглушая оказавшегося рядом противника. Очень хорошая штука. Ора, 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 ора. Так, бойцы раз в 20 секунд повышают себе бойцы. А мечники у нас бойцы? Мечники. Нет, именно получается... У меня бойцов-то и нет как таковых. Да, это... Давайте вот это возьмем. У меня вообще с медиками проблема, поэтому я предпочту, по крайней мере, хоть так улучшить их работу. Файт! Видите, он начинает... Ай, блин, все равно одного грохнули. Он, по крайней мере, начал лечить на расстоянии. Я заберу вот это и вот это. Нет! Блин, ну почему я такой невнимательный? Я только что взял и просрал еду. Я думал, что эта тупиковая комната там внизу есть. Я тупо не посмотрел, это сейчас обидно было. Хорошо, тут мы сможем немножечко приобрести... Офигеть! Два выстрела, два трупа! Ёлки, вот это сейчас обидно было. Черт, ну мне медик второй нужен. Хотя я хотел бы взять ловкача. Но мне нужен второй медик. Ну, гоу, босс. Посмотрим, что у нас получится. Блин, ну... Ай-яй-яй-яй-яй, я забыл, что он так делает. Ну, хорошо. Получается, у меня минус 2. У меня минус 2. Так, хорошо. Коптер. Человек встретил одинокий коптер, грустно сбившийся в угол над маленьким, над маленькой стопкой жетонов. Сбить... Подойти и попытаться придумать, приручить, не спасая, не посягая на его жетон. Шанс. Ну, давайте рискуем. Коптер испугался и улетел. Обидно. Насчет обидно, согласен. Иди сюда. 22, да? Я бы взял еще одного медика, на самом деле. У меня танков вообще нету. И у меня не хватит. Знаете, давайте я возьму пушку. Ты у нас, дружище, будешь здесь, наверное. Я возьму пушку, но у меня на человека просто уже не хватит. Надо как-то попробовать прокачать магазин. Я постоянно иду впритык. Таб для увеличения карты. Ну да, так можно телепортироваться, если что. Так, у нас тут два громилы больших. Черт.
Лечите их, пожалуйста. Так, у меня минус один. Не автоматчика грохнули, да? Куда я хочу? Ну, у нас в любом случае тут комната телепортации, поэтому мы сюда сможем вернуться. Еда мне пока что вроде не очень. Я бы сходил за человеками новыми. Тем более еда еще внизу будет. Тут четыре больших! Вы долбанулись. По-моему, я приехал, да? Да. Понятно. Ладно, хорошо, ребят, поехали еще раз. Последний шанс открыл случайные искры. Попытаться. Итак. Поехали, попробуем. Па-па-па-пам. Да, расстановка. Жалко, что вот этого человека сразу убивают, потому что он безоружный, мне ничего ему предоставить. Ладно, поехали. Смотри, сколько ему урона влетает. Причем бьют всех вокруг, да, вот эти вот пилы, они бьют всех вокруг. Ладно, да, я по-любому просто теряю одного человека. А ты у нас когти, когти я хочу. А у нас тут только рукопашные вещи, кстати, да? Блин, это так все еще от рандома зависит. Пойдем за Грейдом. Еда у нас пока что есть. А, там и босс, если что. Взял, просто ваншотнул мне чела. Нет! Блин, прилетело. А, это случайный апгрейд у нас, то есть мы никак не можем на это повлиять. Хорошо, пойдем еще за человеками, потому что вчетвером боссами, по-моему, ничего не сделаем. О, ора, ора, ора! Сразу, сходу. Прикольно. А, ну это то, что мне как раз и дали. Прикольно, хорошо. Так, человек, человек. Ты у нас будешь щитовек. У меня стрелков мало так-то. Копье взять. Урон 110. Урон 25. Урон 110 это очень хорошо звучит. Я еще и мечника возьму, потому что, ну, на арбалет у меня, к сожалению, не хватает. У меня в этот раз каточка получается милишная полностью. Ну, почти полностью. Хотя на обратном пути, если мы сейчас будем идти к боссу, мы можем попробовать забрать арбалет. Посмотрим, сколько нам дадут. Мало нам денег дали, а еду покупать надо. Хорошо, это я заберу. Это заберу и это заберу, все. Валим к боссу. С одним жетончиком. Фу. Ора, ора, ора! Печатайте его, ребят. Ну, блин, он жжет абсолютно всех. За то, что у меня все милишники, он жжет абсолютно всех. Я сейчас приду, у меня жизни ни у кого практически не останется. Ну ладно, валим. А, человек наткнулся на дверь с яркой неоновой вывеской «Курсы прохождения лабиринта». Стопроцентная гарантия результата. Опытные преподаватели из индустрии прохождения лабиринтов. Это именно то, что нам нужно. Сжечь дотла расходники. Расходник инфо-цыган. Что, блин? Инфо-цыгане оказались слабыми бойцами и не дали отпора. Добыча 13 жетонов, 30 порций жирного мяска. Мы инфо-цыган порезали на мясо. Вообще, сама фишка с инфо-цыганами звучит немножечко, ну знаете. Ну, на колечко не хватит, ладно. Поехали в таком составе. Чувак с когтями бегает на четвереньках, серьезно. Ура, ура, ура! У меня минус два. Ёлки, это много. Так, оглушение. Стрелки. Колючая броня. Стрелки получают другу 50% урона. Так, стреляющие. Тентакли. Тентакли призывают культистами.
Я, наверное, вот это возьму. Так, там комната с телепортом. А смогу потом туда телепортироваться из другой комнаты с телепортом? Давайте тогда вниз пока что. Да, я начинаю сейчас страдать от... Уже начинаю страдать от нехватки кадров. Потому что мне людей убивают, и я их практически не восполняю. Хорошо, поехали. Медик мне нужен на 254%. Черт, да я бы все купил бы. Блин, надо было прокачать магазин. Что я делаю? Блин, обидно. Обидно. Итак. В таком составе идем куда? Зачем мне вниз? Я бы А там внизу может быть что-то еще. Ладно, идем вниз. Да, там тоже комната с едой и телепортом. Отлично. Файт. Ну окей, комната оказалась несложной. О, комната с секретом. Обожаю такие. Поехали. И мне все равно убили человека. Ну вы нормальные, блин. Так, ловкача возьму себе. Медика еще одного возьму. А, ну по сути мне хватает на всех. Медика у меня два сейчас, да? Обновить ассортимент? Ну блин, у меня просто денег нет на обновление, поэтому ладно. Пойдемте посмотрим, что тут. А, это принесите мне 5 ФФФ, что простить, да, 5 розовых, 5 жертву, пойдем искать, пойдем, пару жетонов, тут давай, хватит меня этими кругляшами кидаться, из бездны вылетело 25 жетонов, больше чем кинули, неведомое затихло, это было очень интересно сейчас. Пойдемте за... Блин, надо было эту опцию выбирать тогда еще. Хорошо. Так, дружище, вот ты с ним местом поменяйся, пожалуйста. Поехали. Ора-ора-ора! Красавчики. Возьму-ка я рулет. А, они уже голодать начали. Ох. Мне на 5 человек нужно 10 жетонов. Нужно, чтобы 10 жетонов осталось. Скуплю всю еду. И тут можно будет взять 5 человеков. Блин! Мечника слопали. Раз, два, три, четыре, пять. Это кого я отдам? 6. Ты пополнишь наши ряды? 7. Ты у нас станешь ученым? И все, да? За хавчиком идем? Мне не так много... Да, давайте, сходим. Тут просто близко. Блин, у меня сейчас эти поподыхают все. Давайте тут будет немного людей. Давайте. Это я заберу. И вот это я заберу. Хорошо. Валим отсюда. Забирай своих 5 розовых. А, теперь это уже даже не вариант. Черт. То есть можно было или получить экспу, или получить деньги. Я просто сейчас получил 5 человек, 5, грубо говоря, нахлебников, да? Ладно. Минус 1 мечник. Ну хорошо,
По крайней мере, теперь я обеспечен людьми, где теперь еды взять столько. Блин, я что-то не учел, что это так работает. Хорошо, поехали дальше. Гигантский паук! Killed with fire. Убить огнем или бежим? Убить огнем. Вы, конечно, паука били, но это было отвратительно. А Амика все еще отходит от укуса. Она потеряла 30% здоровья. Далее. Видимо, могло быть и лучше, да? Так, хорошо. Медик. И еще один копейщик. Наверное, растянем наш фронт немножечко пошире. Вот так вот сделаем. Поехали за едой. А после пошел за едой, за едой. Мне нравится этот чувак с когтями, он бегает на четвереньках. Блин, чертовы роботы, у меня мало стрелков. Я заберу вот эту. Вот эту и вот эту. Еды мне много, много сейчас нужно, поэтому поехали. Пока что очень туннельненько все. Хорошо. Я могу... Урон 25. Я могу мантию взять. На, другалек, ты тоже станешь темным магом. А тебе как раз вот винтовка достанется. По крайней мере, они теперь все будут полезны. Каждый раз все деньги в ноль просто уходят. И я не знаю, как тут копить. Взяли и сходом не уложили чувака. Так. Иди сюда. Итак, последний шанс. Умники уклониться от атаки противника при здоровье ниже 30%. 20% активная способность без траты манны. Цепная молния. У меня сейчас этого класса людей просто нету, к сожалению. Умник у меня только один, кстати. Ладно, давайте вот это тоже, что и в прошлый раз возьмем. Сходим за едой. А может и не только за едой. Мы будем к боссу возвращаться через тут. Давайте сначала еще пополним себе армию немножко, а на обратном пути возьмем еды из того, что останется. Хорошо, нам предлагают... Я возьму вот этого чувака. Мне получится их два. Медиков у меня два этого типа. Лечение второго уровня. Для разных уровней способностей необходимо. Ну, с разными этими. Так, еще двоих мечников. Какое у нас состояние? В принципе, терпимо на самом деле. С тремя медиками вполне терпимо. Пойдемте возьмем хавчик. И попробуем наехать на босса. Я заберу это. Жалко, что мне через три комнаты приходится проходить кормить. У меня 17 человек, блин. Ёлки-палки. Файт. Вот, мы его на этот раз достаточно быстро убили, и он не успел никого раскидать. И медики, кстати, тоже довольно неплохо справились. По-моему... Да, я, по-моему, даже никого не потерял в этой формации. Хочу ли я наверх сходить? Я слишком много еды потрачу, если я сейчас наверх пойду. Причем, потому что мне придется ходить и туда, и обратно. Давайте дальше. Итак, Андрюха, зачем мы вообще куда-то идем? Убийца 99, движение жизни. Андрюха, мы можем сдохнуть буквально в любой следующей комнате. Никого это не смущает, убийца 99? Вот ты зануда, тут просто скучно везде. Скучно. Кроме убийства монстров делать нечего. Внезапно из темного угла, опираясь на посох из пластикового кабель-канала, вышел старик в драных лохмотьях. Пророк.
преклоните колени перед безликим, и вам откроется путь в размножатор. Я не знаю, что такое размножатор. Я знаю, что такое размножатор, но звучит неплохо, я за. Почему все, кроме меня, поехавшие, мы здесь будем кланяться неизвестному, неизвестно чему? Ты кто такой вообще, пророк? Я пророк безликого, серьезно, преклоните колени, и мы вместе отправимся в размножатор. Вместе с тобой, типа? Там было весело, но меня одного обратно не пускают. Перед величием деспота, ну. Блин, мне интересно, что будет. Как только человек склонился на колени, пророк хватает мешок с дошираком и бежал обратно в свой угол. Когда человеки побежали за ним, они обнаружили только гладкие стены без единой щелочки. 10 еды. Да, религия зло. Черт! Это было сейчас крайне неприятно. Так, хорошо. Вверх мы сейчас пойдем за едой, если что. Это я заберу. Возьму себе метателя. Возьму себе еще одного. Надо было это сразу сделать. Возьму себе еще метателя Брецелей. Так, поехали за едой. Религия зло, ребят, запомните просто. Так, два великана. Но они довольно неплохо лопаются, хотя подожгли меня, конечно, это неприятно. Блин, этот скоро сдохнет. У меня скоро минус один будет, это не очень хорошо. Так, портал тут, портал тут. Я бы вот так пошел тогда. 4 больших! Слушайте, они неплохо лопаются. Сколько? Минус 2 у меня. Так, немножко сомкнем ряды. Медика сюда. Стрелок сюда. Медик сюда. Итак, хорошо. Танец клинка. Мечники каждые 14 секунд возвращаются на магический урон в размере своей атаки в течение 7 секунд за 30 маны. У меня мечников не осталось. Так, кто у нас кто? Один раз дает возможность вернуться в прошлое, когда все человеки еще не подохли. Мутация активна. О, тайм-машин. Дежавю. И ты у нас ускоренная перезарядка, колдун, кулдаун всех способностей... Я бы взял, наверное, вот это. Хотя очень интересно было бы попробовать и... Пойдем. Я могу об этом пожалеть, но... А, нет, там наверху жрачка есть. 3-4, в смысле? Ох, это будет... Ох, это будет тяжко! Да, мне, короче, всех танков повышибали. А, магазин, он только на этаже остается заапгрейженный? Или он, в принципе, остается заапгрейженный? Вот это что интересно, надо будет последить за этим. Еще одного санитара возьму себе. У меня танков не хватает, но мне не дают купить танка, к сожалению. Кого? Я хочу еще кого-нибудь взять или нет? Я могу взять еще одного чувака с тележкой. Да, я тогда в ноль выхожу. По-моему, я потом об этом решении могу пожалеть. Ну ладно, поехали за едой. А, тут уже и босс. Черт. Я рассчитывал на какой-то третий портал, который будет. Да, я, конечно же, забираю все, что смогу забрать.
Я сейчас огромную глупость сделаю, да? Прикиньте, третий портал будет где-нибудь вот тут. Так, тут файтиться надо. Блин, кого-то грохнули. Мне это надо. Забейте просто, мне это надо. Я сейчас пойду тут подерусь, заработаю денег и вернусь туда. Блин, минус два. Холодильник? Блин, он стоит 15. Сколько там оно стоило? 17 или 19? По-моему, оно 19 стоило, да? А, магазин дважды не появляется. Вот тут наши полномочия и все, да? Мы сможем остатки еды купить? Можем. Поехали на босса. Мы как раз поедим сейчас. А, на тебе тогда холодильник, дружище. И ты у нас становишься танком. Блин, там что-то огромное будет. А, да, точно, я вспомнил. Чувак с холодильником его блочит. Нет, его откинули. Блин. Блин, мне медика убили. Еще кого-то грохнули. Чувак, с холодильником держи его. Блин, его просто швыряют, как куклу об все стенки. И он выжил. Сколько у меня? Минус... Минус много. Блин, ладно. Поехали дальше. Сюрикены? Человек присел отдохнуть костра, и перед нами материализовался человек в странной одежде и сразу начал тараторить. Ничего себе, это действительно произошло. Ты еще... А вы тоже прибыли сюда из 2022-го? Офигеть, так реально бывает. А вы из каких стран? Ты кто такой? Ты что, помнишь свое прошлое до попадания в лабиринт? Никто из нас ничего не помнит. Значит, я избранный. Я оказался здесь после как загадал желание в странном языческом храме. Немного клишированно, но в духе жанра. Ребят, это попаданец, ненавижу этих тварей, давайте убьем. Звучит не более безумно, чем происходящее вокруг. Ну-ка, давайте так. Нам присоединился Ричард. Посмотрим, как долго пройдет это пройдет этот избранный. Ричард? 47? 47. Так, хорошо. Я хотел бы сюрикены. Блин, короче, вот это моя ошибка. Магазин нужно грейдить еще на первом же уровне, потому что он остается прогрейженным. Я столько времени... Вот сейчас обидно. Так. Потому что... Я теперь понимаю, почему я не могу пройти дальше. Потому что я прихожу сюда с, грубо говоря, устаревшим оборудованием. Берем еще одного щитовика. Так, у меня сколько? Два. Ну, ладно. Поехали, будем драться за еду. Тут уже, по сути, крутые чуваки, да, поэтому... Вон, я взял щитовика, и его моментально грохнули. Ясно. Нужно, просто нужно в следующий раз сразу же прокачивать себе магаз, чтобы лучшие вещи попадали.
Я что-то думал, что это одноразовая прокачка Магаза, она вообще ни разу не одноразовая. Это очень важный урок, который мы усвоили. Тут, между прочим, ребята в экзоскелетах, которые меня просто уничтожают. У них по 5600 жизней. Но у меня полное ощущение того, что я приехал. Типа, я сейчас еще пойду дальше, конечно, но... с такими мобами... я им ничего, короче, не могу сделать. Так, дружище с миниганом. Пойдем наверх. Тут три мелких, но тут даже мелкие очень крутые, поэтому... смотри, что... они по 70 урона наносят. Вот чувак с холодильником, он еще хоть что-то блочит, хоть как-то. А вот эти вообще бесполезные. А я отсюда... я не открыл вторую комнату телепортации, мне отсюда придется пеше идти. Ну, я могу туда, конечно, потом вернуться за едой, но все равно, такое себе. В любом случае, у меня сейчас мало людей, и я не умру с голода. Ну, хоть так. А, там уже и босс, если что. Но меня вот эти убьют. Да, я даже до босса не доберусь. Сейчас вот эти двое ребят просто из меня шашлык сделают, и все. Ну, смотрите, что они творят. Ёлки-палки, просто разобрали всех. А, он, кстати, не с миниганом, он с этим. Набираем человеков. Блин, взял на одного больше, чем надо. На два больше, чем надо. Ну, я уже просто на отвали играю, потому что вряд ли эту карточку можно было спасти. Давайте посмотрим хотя бы на босса. Он тут один, но я... Десять тысяч хпшки. Я ему еще даже тысячу не снял. Ну хотя, кстати, вот... ну нет, ну на самом деле не такое уж и сложно. Если бы у меня было больше танков, которые его бы держали, и было бы хотя бы 3-4 медика, то... ну мы бы его сделали. По крайней мере, мы видели нового босса, я такого раньше не видел. Пиздень. Заряженный удар получаем. Все-таки мы откроем какие-то вещи. Оставь в главном меню. Поехали. Ладно, ребят, давайте на этом заканчивать. Очень длинная сегодня серия получилась. Две карточки, но, по крайней мере, мы усвоили свои уроки, что нужно улучшать магазин. Нужно пытаться добавить более крутых чуваков, потому что базовыми чуваками на третьем и четвертом уровне делать уже практически нечего. Их выносят вообще как за нефиг делать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем лучших. Всем покеда.